Сотрудниками уголовного розыска МВД Покарачаево-Черкесской республики был задержан 35-летний житель города Горловка Донецкой области. Мужчину обоснованно подозревают в причастности к организации регулярного канала поставки и сбыта наркотических средств синтетической группы. В ходе личного досмотра на месте задержания у подозреваемого был изъят героин массой почти в 3 грамма. Во время обыска по месту временного проживания задержанного было обнаружено и изъято еще 85 полимерных свертков с наркотическим веществом героин, мобильный телефон и тетрадный лист с записями адресов, по которым подозреваемый производил закладки тайники с наркотиками. Используя имеющуюся информацию и изъятые в ходе обыска записи по 11 адресам по различным улицам Черкесска были проведены обыски, где также были обнаружены полимерные свертки. С участием задержанного на различных улицах Черкесска было изъято еще 11 сверток с наркотическим средством героин. Наркотики предназначались для бесконтактного сбыта с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Все обнаружены и изъяты в ходе проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий наркотические вещества в количестве 100 свертков были незаконно привезены гражданином Украины в Карачаево-Черкесию из Краснодарского края и предназначены для незаконного сбыта на территории республики. Таким образом, сотрудниками полиции МВД Республики выявлена и пресечена деятельность трансграничной преступной группы из числа граждан Российской Федерации и Республики Украины. В настоящее время ведутся активные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех членов трансграничной преступной группы, занимающихся поставкой и незаконным сбытом наркотических средств на территории Карачаево-Черкесской Республики и привлечение их к уголовной ответственности.